Как зевает. Ну, такое такси мы взяли на день за 3000 рупий. Приехали Касселе, как там правильно? Газели парк. Короче, сафари парк. Ну, сейчас посмотрим. Носорог и лев. Лева. Пойдем. Так, ну здесь вот расценки. Здесь надо, конечно, понять. Нам стандартную программу. Живая почему-то не живая. Вон курицы такие бегают. Ох, какие. Китайский парк. Она сказала сильно не обращать, вчера вошел дождь, и животные разбежали. Я говорю, что мы животных не увидели, она говорит, что... В общем, бежали вот на остановку автобуса на сафари, как загнанные газели. Кто-то как бегемоты. Вот. В общем, тут дают билеты, допустим, на сафари. И указывают время. У нас в 1:15 мы в 1:01 прискакали, так сказать. Но автобус почему-то ушел перед нами. Но надеемся, сейчас будет именно под наше время. Надеемся. Здесь у них все как-то не пунктуально и все через одно место, если честно. Ну вот пока решили заглянуть, посмотреть горбатых. Ух, как зевает. Ох, эти одногорбый верблюд.
Я думаю, плеваться умеет. Где макака? И здесь макака. Ой-ой-ой. Где сука? Там была макака, вот, слепые что ли. Где? По деревьям ползает. А, по деревьям, ну да, он там тот сидит. Так, ладно, будем ждать автобус. Ну, в общем, на одном автобусе проехали 300 метров. Вылезли тут, кто хочет, якобы, жирафов идет смотреть. Ну, не знаю, может быть, на обратном пути нужны жирафы нам, наверное, нужны. Я на них только ехал. А дальше идем опять на автобус. И все так как-то сделано, конечно, не по-человечески. Ждали один автобус 30 минут, хотя могли дойти просто пешком. Непонятно, в общем. Ладно, будем разбираться. Так, ну вот подъезжает автобус, надеюсь, это тот. Народу тьма. Вон олень. Вон, стоп. Тоже олень. Вон какие-то павлины, наверное. Кто там, Жень? А? Thank you.
два раза кнопку, нажимаю и работаю. Подержи, снимай тоже. Ой-ой-ой. Блин, ножик упал. Там он работает. Ты все снимаешь, что ли?
Ну, не знаю, как косулю без... с какими длинными рогами. А это он загнал этими рогами. Okay, finish now. Let's have a bit of fun.